2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике отремонтированы 74 километра магистралей. В их числе 15-километровый участок трассы «Волга-Мариинский Посад», на котором использовали немецкую технологию холодной регенерации. С тонкостями ремонтного дела познакомилась наша съемочная группа. Холодная регенерация – новый метод укладки асфальта. При помощи высокотехнологичной дорожной машины, ресайклера, верхний слой асфальта снимается и смешивается со связующими материалами. Получается прочное дорожное основание, на которое укладывается асфальтобетонное покрытие. Такая технология имеет ряд преимуществ и чаще всего используется для ремонта и строительства дорог в сельской местности. Во-первых, не будет отраженных трещин. Это самое главное. Если мы просто укладываем асфальт на асфальт, то все равно через некоторое время проявляется те трещины, которые были раньше на дороге. При этом случае, когда мы создаем новый технологический слой, тогда отраженные трещины появляются много позже, то есть асфальтное покрытие служит много дольше. Участок автодороги «Волга-Мариинский Посад» в районе Шоршилского поворота давно нуждался в ремонте. Автомобилисты смогли оценить качество обновленного дорожного полотна. Как изменившийся участок дороги? То есть вы часто здесь ездите, как я понимаю? Асфальт нормальный. Дорожное покрытие прекрасно устраивает. В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было построено и отремонтировано 28 дорожных участков. В планах на 2020 год строительство и ремонт еще 20 объектов. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.